Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Вака, и я сейчас хочу начать снимать такую серию по Сампу на замечательном сервере California Roleplay. В этих летсплеях я буду вам рассказывать, как в этом городе, штате, так сказать, Калифорния, освоиться, приобрести себе дом, машину и, в общем, стать удачным человеком по жизни. Итак, вот мы появились на спавне в Лос-Сантосе на ЖД вокзале. Что же, я уже когда-то играл на этом сервере. Вот и завалялся у меня аккаунт, и я не хочу его терять. Поэтому буду снимать с этого. Ну, я уже здесь, короче, дядя посерьезнее. Но буду специально для вас снимать все, будто симулировать, точнее, новичка. Вот. Вот при первом заходе в игру мы с вами появляемся, респавнимся вот здесь, на ЖД вокзале города Лос-Сантос. На спавне тоже спавн у нас такой красивенький, все продумано, сделано. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Итак, ну это понятно, ставим на паузу, ребята, читаем. Я это уже все знаю. О, свободных домов 195, квартир 118. Интересненько. Окей, окей, окей. Вот. Там можно прочесть. Ну, короче, себе инфу какой-то вычитать. И у нас здесь еще интересная вот такая хренишка информация. Где мы можем достать карту? Да-да, ребята, здесь вместо команды GPS. Вот сейчас в чате я ее пропишу. У нас Map. Вот. То же самое GPS, но только по-другому пишется. Итак, у нас здесь есть тоже такая иконочка, где все пишет. Информация, как начать и т.д. Ну, деньги, водительские права, к работе, такси штата, теория, практика, аж дальше. Паспорт. Кстати, как раз продлил паспорт изначально. Уже с наличием прав вы сможете продавать паркинг города, парковочная, что же это, разводчик товаров, это уже второго, это понял, мы можем. А, нет, там организация. В нашем штате всегда строят новые дома и продаются по рыночной цене интерьеры, и вы сможете создавать, какой вам пожелается. Купи в магазине все для дома и магазина электроники нужны товары для расстановки бегства, используйте команду Object. Она нам в будущем довольно-таки сильно будет нужна. Так что давайте запомним эту команду и продолжим дальше. То есть уже можно купить бизнес. Ну, бизнес нам еще далеко. Иди, решишь их. Ой, извините. Если всегда возможность организовать свой собственный офис. Ну, это уже РП, там уже наверняка в мере какие-то выборы будут идти, фракции и т.д. т.п. На нашем сервере есть система голода. Ай, ну это я уже увидел. Если вы посмотрите правый верхний угол моего экрана, вы увидите синенькое это голод, зелененькое, о, синенькое это жажда, пить хочется, зелененькая еда, а отдых что ли, или что, желтенькое, не помню. Про отдых. Это одна из самых главных шоссе. Всегда можно с друзьями поехать на рыбалку. Все для рыбалки, турнирный отдых. Да, это игра, я так понял, отдых. Как она Trinity RPG. Игра там, где лучше. Сейчас вот такая. Вот. Чтобы пройти к черному автомату, чтобы нам взять карту, нужно это все пройти. И дальше подходим и жмем Alt. У вас уже есть карта. У меня уже есть. Наделаем. Ой. Что-то. А, все, я понял, ребята, что это за хрень желтенькая такая. Я же этот в туалетик сходил. Прямо здесь. Ладно. Давайте зайдем-ка русские поляны. Фу, русская поляна. О, такая музычка здесь играет. Так, что? Кстати, у нас есть такая текстурка, если я на заднем дворе. Если я не ошибаюсь, это из GTA 3. Стоп, что это? Где там она? В задний двор. Вот.
Это уже что-то мне напоминает GTA 3. Кажется, на начале игры, когда я проходил, там как раз была земля. Или там просто был ролик, где была земля. Ну, и, скажем, в общем-то, я уже просто где-то видел. И мне кажется, эти текстуры, мне кажется, что это GTA 3. Очень интересная хренюшка здесь. А там, что у нас? У нас Калифорния. У нас лето, солнце, жара и танцует до утра. Вот. Бежим. Давайте что-нибудь купим. Вот. Давайте-ка пивко схлебнем. Такая аккуратненькая классика здесь играет. Хорошенькая, интересная. Стоп. Что-то я... все. Ладно, пивка, давайте уже отсюда уберемся и заедем в мире. Ой, что-то с текстурами. Аренда мопедов. Окей. Я точно не знаю, просто, ребята, сколько этот... Вот ты... Ублюдок. Не знаю, приблизительно, сколько здесь изначально денег на руках. Так я взял себе стольник, у меня еще есть там. В второй серии я наверняка уже покажу вам что-то, какие-то работы. В третьей будем покупать домик, установку. Короче, посмотрим все. Все пойдет как по маслу. Вот. Ой-о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 й. Что-то FPS просел. Так, давайте-ка где-то, если я не ошибаюсь, мере. Важные мере. Да, это мере. Так, припаркуемся осторожненько. Серп, помните, у меня дети болеют, а жена умерла. О, пошло. Ой, стоп, опять-таки с этими прогрузкой текстур проблемы бывают. Вот. Семейные дела, домовладение, создание семьи, изменение названия семьи. Нет. Кстати, семья там, кажется, седьмая или уважаемая. А, нет. Стоп, паспортный слово. Да. Как вы видите, у меня скин, он, кажется, за 2 кускаря. За 2К стоил получить паспорт. Так. Вам необходимо воспользоваться определением паспорта. Так, давайте-ка я посмотрю на свой паспорт. Шоу пас. У вас просроченный паспорт. Ясненько. Продлить паспорт. Окей. Ой-ой-ой, почему так много? Ну, давайте-ка я не буду пока что продлевать. Давайте я уже наверняка уеду подзаработать на работу, чуть денежку подниму, а там уже посмотрим, что к чему. Вот. Так, давайте-ка я приведу теперь небольшой инструктаж по автошколе. Ой. Уже сам заработался. Мат важнее автошколы. Так, она должна быть сейчас вот, на рабочей. Карта. Да, она у нас Санфира, где положено ей на Адванс, Даймонд и остальных серверах. Когда-то, когда я еще начинал играть, доступен был город только Лос-Сантос. Затем можно было в Лос-Ментурес перелетать, но и этого, когда я играл, еще был только Лос-Сантос. И автошкола была здесь. Вот здесь. Короче, по дороге туда заедем. Я сейчас вам все покажу, что к чему. Вот. Ну что, поехали. Ой, стоп, стоп, где же ёпта, ребята, ну здесь же могилка была. Памятник. Будто кого-то сбили, еще ли такая арфа обстановочка. Ой-ой-ой, что-то у нас здесь ДТП. Стоп, а это что за хрень? Здесь уже квартиры. Бай. О, фривай. Какой же байк крутой. Эти, как там их? Механики, сейчас скажу вам. Уборщик улиц, вот. Механик, здесь есть на сервере механик в двух местах. Лас-Вентурсе, ну и это я там, куда я играл, возможно, сейчас здесь уже и больше. Вот здесь была прыжком. Так вот, Лас-Вентурсе и Лас-Сантосе.
Чем они отличаются от тем, что в Лос-Антосе... Стоп, ФФВС, чего-то просил. Вот, в Лос-Антосе можно только поменять цвет машины, починить и все, кажется. Ну, а остальные есть тюнинг, спойлеры, новые диски, винилы и т.д. т.п. можно было уже увидеть в Лас-Вентурасе. Кстати, где-то уже машинка, ну давайте или там уже второй, третьей части, когда будем покупать, уже что-нибудь посмотрим. Кстати, возможно, немножко поработаю и куплю себе камеру. Хорошую машинку. Вот, я шестой левел. Даже сейчас вам статистику покажу. Вот, статистика персонажа. Дин Шелбинс, мой ник. Респект 5326, пол мужской, возраст 24, муж, жена, нон. Уровень 6, предупреждение из 3, мусор войска, Лас Вентурас, организации нет, деньги наличные, банки 15 тысяч, дом нет, класс дома 0, квартиры нет, транспорт FCR 900 за 35, нет, вру, я его обменял на Блейд ФТ, плюс доплатил еще 5 кусков, да еще и нарко забыл с багажника. Так что сразу нормально, как день. Бизнес нет, офис нет, номер телефона 842-769. Вот. Так, едем по... А, стоп, здесь, я так понял, уже квартиры какого-нибудь премиум класса. Я помню, у меня была квартирка Лас Вентурас и VIP-класса, кажется, и премиум, ну, как-то так. Так, там хорошенькие такие интерьеры стоят. Ну, если покупать квартиру, то покупать самую такую стандартную, пустую одну комнатку, чтобы заняться дизайном, так уже поинтереснее будет. Кстати, давайте посмотрим, почему то. Так, помню, когда я только начинал играть, я уже почитали, вот постоянно здесь заправлял свои ТСА, транспортные средства, так здесь постоянно фактически по 4 доллара. И там, если здесь много, можно было ехать взлететь в Лас-Вентурас. Там есть, сейчас я покажу вам, АЗС где-то вот приблизительно здесь. АЗС, где... Она просто далекая, и поэтому там никто не покупает ее. Так и там топливо всегда по стандарту, на цене. Вот. Я буду еще снимать наверняка там по доте какие-то лосплейчики. Буду роту там несколько ММР делать. Только скалибрировал на днях аккаунт себе. Что старый аккаунт у меня был ММР 4800, его забанили. Ну как забанили, мне сломали его. Не заходил, был в деревне месяц, там где-то сидел. И приезжаю, пытаюсь зайти, логин и пароль стопудов помню, все заебись, пробую зайти, не получается, такой себе облом был. Где-то еще было в 2014 году, и от того времени я так-то до этого не очень стал играть и вернулся вот на Калифорнию. Первый, когда я, стоп, возможно, здесь пишут, когда я сюда я прав. Нет, здесь нету. Где-то в 2012 году еще, где этот аккаунт себе я создал. Да, где-то 12-11. Затем забил на него, на сам, в общем. Затем мне доти ломали в 2014 году. Ак. Я опять вернулся сюда, опять-таки немножко поиграл. Так немножко не хотел задротничать, да и не задротничал. Не могу я просто так долго сидеть на одном сервере в одной игре. Мне нужно что-нибудь менять, что-то такое новенькое. Проходить игрушечки на компе. И т.д. Кстати, интерьер автошколы кажется стандартный, хотя раньше там было заебись. Сейчас посмотрим, что к чему. О, Вуду, 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 хорошая машинка. Очень люблю такие машинки, как Торнадо и Вуду. Шикарные просто. Стоп, давайте посмотрим, какие у меня есть лицензии. Есть просроченные, просроченные, просроченные. Нет. Нет. Ой. Балсы. Я уже был когда-то балсы. Там сплошной номер был, помню.
Просто набор перешел к чернокожей коней. Что же, все пошло, поехало. Взяли просто без никаких экзаменов. А я смогу выкинуть ей машину? Интересно просто. Возьмет ключи. Наверняка. Блин. Чтобы уйти. Где я свою стою? А, точно, точно здесь. Давайте-ка здесь, возможно, будет аренда автомобиля. Посмотрим. Извините, я немножко грамотность, но не такой я не русский. И могу в некоторых словах ошибаться, но все же более-менее должно мы все понимать, что я такое говорю. Ой-ой-ой-ой-ой, опять-таки ФПС-ка принесла. Или автосалон здесь просто. Будем надеяться, что можно все это в аренду. Да, в аренду можно взять. Машинку. О, альты вроде. Или что я там нажал? Литовый мустанг. Да. Прокат мустанг. Хорошенький. Это бабашечка. И этот приверс. Так, Вольво, да? Немец. И Ауди. Ауди, кажется, тоже немец. Давайте пой. Мэрит, кажется, Ауди. Я не помню просто все моды. Почему? 106 минут. У меня нет с собой столько денег. Или стоп. Если наверняка я не смогу взять ее в аренду. Да черт побери. Если у меня нет прав водительских. Нет, недостаточно средств. Ну давайте тогда проведу я сейчас инструктаж. Ой, что за. Я же вроде не связал. Или арк. На, короче, right click случайно нажал. На F, такой, она около кнопочки, да, на клавиатуре D, A, B, C, D. Или продать там автомобиль, или что-то другое на ваше объявление, кто не замечает. А, и это VIP-реклама, она много довольно-таки стоит. Так, давайте-ка сейчас я еще раз пройду. Что-то хочет от меня или что? Сейчас очередь прогрузит. А нет, не вот таких уже немного. Короче, здесь мы сейчас я вам покажу, где. Вот здесь. Читаем правила. Затем становимся около ПК. У вас уже есть права. Вот, становимся около ПК. Отвечаем на 15 вопросов. Теория. А затем переходим сюда, на задний двор. Когда-то, да нет, вроде уже на задний, уже не задний, уже что-нибудь изменили, ребята. Опа, я паркурист. Уже теперь на трене, выходим сюда, ну иначе и по его словам есть, я так понял. Ой. Ну, вот такая у нас получается первая серия. Давайте ко второй серии я уже вам покажу работу для первых левелов. Ну а пока давайте, что же, сейчас доедем, я остановлюсь где-то на красивеньком месте, вот здесь давайте-ка выйдем на крышу, чтобы попрощаться с вами, до встречи второй серии, когда она будет, я не знаю, но она будет по-любому, возможно где-то даже через недельку, возможно даже быстрее, а хотя прямо сейчас запишу еще одну серию, так я что не понял, я тогда наверняка не вылезу, возможно отсюда получится такой прям вот под углом, не долечу, давайте-ка, я сейчас жестко погашу, Power Gaming, нет, не Power Gaming, БХ, Bunny Hopping, вот, ну так что давайте извините меня, если что не так, и